У компании основного кировского перевозчика меняется руководство. Директор АО «Киров Пассажир Автотранс» Андрей Логиновский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он проработал в этой должности чуть больше года. В областном правительстве причины ухода объяснили так. Нестабильная работа предприятия, в том числе невыход автобусов на маршруты в морозы, а также по-прежнему нехватка водителей и кондукторов. С нерешенным кадровым вопросом Андрей Логиновский согласился. Мы связались с ним по телефону. Да, я пишу заявление по собственному желанию. Я для себя-то понимал, что как бы это рано или поздно произойдет, поэтому морально был к этому готов. Как говорится, им виднее. Я сделал все, что мог. Может быть, другой человек на моем месте будет лучше работать. Освобожу место. Я приобрел колоссальный опыт. Мне очень понравилось работать с теми людьми, с которыми я работал. Коллектив «Киров Пассажир Автотранс» замечательный. Мне все нравилось на «Киров Пассажир Автотрансе», но и ухожу я тоже с легкой душой.